Прием, прием, друзья. На связи Шадимен. Добро пожаловать в новую серию зомби-апокалипсиса. Слушайте, здесь такая странная фигня прямо сейчас происходит. Посередине ночи я сегодня просыпаюсь и слышу, как будто бы возле палатки кто-то шуршит. Я думаю, то, что это ребята, либо если это не ребята, то я даже предположить боюсь, кто это может быть вообще. Я думал, то, что это Вулфи что-то делает, но оказалось нет. Да тихо, тихо, Вулфи, не волнуйся, все будет в порядке. В общем, друзья, ваша задача такова. Из-за того, что Вулфи со мной очень-очень-очень давно уже не выходил на вылазки, он совсем уже забыл, что такое зомби, и он начал их очень сильно бояться, и сейчас ему действительно очень страшно. Так что каждый твой лайк прибавляет ровно плюс один к храбрости Вулфи. Давайте Вулфи сделаем самый храброй собакой в мире Майнкрафта. Я очень надеюсь на твою помощь, потому что Вулфи, как ты помнишь, меня всегда не раз еще вручал. Так что ставь свой храбрый спасательный лайк. А те, кто из вас еще не подписан на канал, подписывайтесь прямо сейчас. Ну а теперь вам желаю приятного просмотра. Вулфи, хватит там шуршаться. Я сейчас ночью все равно мы с тобой гулять никуда не пойдем. Ты что, с ума что ли сошел? Вулфи, Вулфи, блин, капец. Вулфи, я тебе говорю, тихо. Это не ты, что ли? Стоп, а что это тогда? Ё-моё, извини, Вулфи. Спросонья, я думал то, что ты что-то тут это. У нас же кустов в ангаре нет, откуда у нас тут это? Слышишь, да? А что это там, ребята, что ли, что-то делают ночью, строить что-то решили, либо... Я даже понять не могу, что они могут делать. Сейчас же ночь на улице, да, насколько я понимаю? Ну-ка, опа. Ну да, скромешная ночь, вообще там такая темнота, то что просто глаз выколи. И там, если за палаткой шуршаться, я тогда вообще не понимаю, что они там делали. И что они сейчас могут там делать вообще. Так, погоди, Вулфи, мне что-то не нравится совсем. Сейчас, погоди, секундочку, погоди, сейчас мы это проверим. Так, рация, боже. А, прием. Ребят, кто сейчас на дозоре находится на вышке? Ответьте, дозорщики, дозорные, прием. Прием, Шиди, это я, Тимофеич. Что такое? Слушай, Тимофеич, а вы что это возле ангара моего делаете? В каком смысле? Все, по-моему, спят сейчас. Что они там делать-то будут? Ты чё? А, слушай, я не знаю, либо животные какие-то дикие, либо... Я не знаю, что это было, но, короче, возле моего ангара явно кто-то только что по кустам лазил. Прям вот конкретно, как будто бы пытался к стене подойти и что-то сделать. Я думал, что это Вулфи, но это не Вулфи. Слушай, ты не видишь там с вышки никого? Так, ну вот я с тобой. Опа! Погоди. Только что кто-то промелькнул. Ё-моё, кто это может быть-то только? Так, ладно, Шедя, давай это рисковать не будем, ладно? Короче, слушай меня внимательно, мы сейчас ребят поднимаем и начинаем тогда всю округу прочесывать. Потому что на зомби это явно не похоже, да и животное себя так вести не будет. Уж слишком какой-то на здоровое, что ли, к странной форме, по-моему. Короче, у тебя под машиной в ангаре есть люк. Вот, да, я знаю, ты про него еще не знал, но... И да, там лестницы не будет. Ты прыгай туда, и выбирайся с улицы, и попытайся до палатки дойти, главный, помнишь? Где раньше карта с этими, с материками висела. Вот, там компы, и попробуй камеры включить, ладно? Вот, я пока что ребят всех разбужу, мы начнем работать. Понял, Тимофеич. Хорошо, давай. Я понял тебя, конец связи. Боже... Почему это начало происходить, когда я сюда приехал опять? Как только куда-то я приезжаю, максимально начинает что-то непонятное происходить постоянно. Мне даже что, ночью теперь отдохнуть что ли нельзя? Я должен постоянно быть на стороже, то что меня зомби даже съедят по ночам что ли? Хотя Тимофеич сказал то, что это на зомби даже в общем-то и не похоже. А кто это может быть тогда? И нафига, так скажем, он сюда приперся, этот человек, если... Ой, короче, я не знаю, мне... Куча вопросов, как всегда, ответов я, видимо, никогда уже ни на что не получу. Так, аптеки, наверное, побольше надо взять. Так, Вулфи, слышишь, ты остаешься здесь, понял? Если кто-то сюда откуда-то появится, ты начинаешь очень-очень-очень громко лаять. Понял меня? Вот, все. Надеюсь, что ты меня понял. Ты все, конечно же, понял, по-другому быть не может. Так, значит, броню какую-то надел, аптечки взял, мачете взял, пистолет, калашников, микрофон. Так, ой, микрофон, говорю, этот, телефон, рация. Так, более утоляющий, наверное, на всякий случай, да. Черт, еды нет опять. Твою дивизию, еды снова нет. Ладно, я в этот ангар сбегаю, как только выберусь отсюда. Только куда меня поведет, интересно, эта штука подземная, которая находится под машиной? Вот это, конечно, еще вопрос открытым остается, но ладно. Проверим, так скажем, узнаем обо всем этом.
а где там люк-то этот? Я его даже... Да, действительно, есть какое-то углубление, ничего себе. Они просто работают каждую минуту, каждую секунду, пытаются нашу базу эту лесную как-то улучшать и улучшать. Так, сейчас мы машину по-тихому отгоним. Ага, сейчас отгоню. Бензина-то нет, походу, здесь. Так, стоп. Пожалуйста, только не говорите то, что даже в этих ящиках ничего нет. Пожалуйста, 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 бензин тоже должен быть здесь вообще 100% прямо. Ага, пустая канистра, твою-то налево. Так, Вулфи, слушай, извини меня, но сейчас придется, видимо, делать очень-очень экстремальную штуку одну. Так, я не знаю, как я тут под машиной вообще пролезу, как мне это получится сделать, но... Видимо, как-то это сейчас надо будет делать и как-то ее в конце-то концов сдвинуть. Так, Вулфи, давай-ка этот... Хотя ладно, я сам, сейчас, погоди. Ну-ка. Оп, стой, 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 стой. Все, остановилась, готово. Фух, Вулфи, видал, что могу, когда машина на ручнике не стоит. Так, Тимофей сказал, чтобы я это... То, что тут лестницы нет назад, и я должен туда просто спрыгнуть, короче, максимально. И, в принципе-то, на этом все. Так, Вулфи, ну что, давай увидимся тогда. Мои условия ты помнишь? Если кто-то войдет, начинаешь очень сильно лаять громко. Все, давай, увидимся. А, ну если что, можешь сюда прыгать, наверное. Я не уверен. Все, давай, пока, Вулфи. Так, 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 что походу, водные ночные процедуры. Вот она, дверь, 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 дверь. Она здесь. Ух, все, тихо, спокойно. Ух, холодная водичка, озерцо-то какое. Нифига себе, прям под этим ангаром оно. Откуда тут разлилось? Ух, капец. Ладно, главное то, что отсюда выбрался. Все, теперь отсюда тогда выбираюсь. Мне нужно добраться до этого, до ангара с едой. Опа, это что такое? Здесь остановочный пункт какой-то. Нифига, как они это все про... Они в печке патроны спрятали, капец, я бы никогда не подумал. Кстати, а почему бы и нет? Сундуки все убрать, поставить везде печки какие-нибудь, в полах спрятать вот так вот, и все будут думать, что это просто как будто бы кирпич, и на самом деле это кирпичная печка, и в ней можно прятать огромное количество патронов, да, действительно. Так, а дробовик работает, что ли? Ну-ка, да, реально, он заряженный полностью. То есть, допустим, если какая-то погоня началась бы, то я мог бы сюда спуститься, вот сюда засесть с дробовиком, потом выйти и как шмальнуть там в кого-нибудь. Ну, в того, кто за мной бежал бы, вот. И топор даже пожарный, как у меня прямо. Так, ну эти вещи я, конечно, здесь буду оставлять, потому что это вещи, так скажем, первой необходимости, если какой-то экстренный случай произойдет. Так, куда эта наша лестница сейчас поведет? Тоннель, кстати, не совсем-совсем-совсем не длинный. Так, все, я отсюда ухожу. Так, заодно посмотрю, кто там за моей палаткой может быть вообще. Я, честно говоря, вообще нифига никого там не вижу. Так, еда. Еда, 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 еще раз еда, картошечка, вот, я помню, то, что тут картошечка у нас в бочке была, не протухшая, нормальная, более-менее свежая, так что все порядок здесь. Так, ладно, нафиг я туда один не пойду за эту палатку. Так, все, я погнал тогда в главную сейчас, там, где у нас раньше карта с этими, со всеми островами висела и тому подобное. Там вроде у нас компьютер сейчас находится. Вот. Через этот компьютер можно посмотреть камеры видеонаблюдения. Так, сейчас мы это все дело посмотрим. Я даже торшер не буду включать. Так, активирую. Так, получается, это у нас камера наружного видеонаблюдения, которая расположена на вышке, на которой сейчас сидит Тимофеич. Так, среди палаток, возле костра, возле деревьев я ничего не вижу. Возможно, конечно, я сейчас что-то пропускаю, но... По-моему, ничего такого удивительного и экстраординарного, так скажем, нет. Так, ладно, следующая камера, которая расположена на палатке, где сейчас леска находится. Так, а что она у нас здесь видит? Так, палатки, костер, так, опять же, вышка. Так, что это? А, Тимофеич. Там у нас на вышке Тимофеич сидит, но, в принципе, это ничего удивительного в этом нет. Так, она идет дальше. Так, а стоп, что это там? А это кто такой? Ваш удивитель, это кто такой здесь вообще? Это точно человек какой-то! Он прям под деревом стоит, а как мы не услышали то, что он подъехал даже? Это невозможно, это просто невозможно. Это точно никто из наших. Так. Прием, Тимофеич. Слушай, только что камеру просмотрел. У нас, вернее, у тебя под вышкой находился какое-то время назад человек весь в каком-то снайперском обмундировании. Он, короче, лицо у него, по-моему, измазанное какое-то было. Он в капюшоне, как будто бы такой, знаешь, ходячий куст. В такой гилли-сьют, я не знаю, как это правильно назвать, костюм снайпера, короче, поняли? А так, ничего себе история. Ладно, поняли. Сейчас я всем все передам. Давай шейди аккуратнее, конец связи. Капец, выяснили. Так, ладно, откуда он мог появиться? Ну-ка, стоп. Вот здесь, да? Он точно вот здесь стоял. Вот, камера находится вот здесь вот.
получается, она вот так вот смотрела и показала прям вон туда. Как будто бы человек находился прямиком вот за этим, за стволом вот этого дерева. 100%. Куда он мог отсюда деться-то только? Непонятно. А если он мог откуда-то подъехать, то, скорее всего, только оттуда, потому что там находится озеро. Ай, блин, фух, я... Твою, иди ты налево отсюда. Капец, меня аж передернул всего. Иди ты нафиг отсюда, это, блин, лягуха сраная, блин. Давай, проваливай отсюда к чертовой бабушке. О, капец, я испугался, как ряфнет. Фух, все спокойно, Шиди, спокойно. Как он только этих лягух обошел, я не очень понимаю, это человек. Ну ладно. О, капец, без экстрима, конечно, вообще не обходится тут ни один раз, на самом деле. Так, единственный вариант, который остается, он подъехал откуда-то вот с этой лесной части. Звучит, конечно, сложновато, но при желании, очень сильном желании, машину впихнуть здесь где-нибудь да можно на самом деле. А вот и машина. Что я вам сказал? Что я вам вашу дивизию сказал? Машину же можно? Можно, конечно, впихнуть. Сейчас мы его посмотрим. Сейчас мы посмотрим, что это за человек такой здесь появился. Сейчас мы все об этом узнаем. Так, ну-ка. Главное только сейчас внимательно осмотреться в первую очередь. И внимательно-внимательно все это вычислить. Потому что если меня сейчас кто-то поймает, то... Мне на самом деле не... О, так. Так, что это такое у нас? Рюкзак, бэкпэк. Так, что это смотрим у нас? Что это такое? Взрывчатки. 3 штуки. И провода, чтобы соединить эти взрывчатки, кусачки. И получается пульт для того, чтобы дистанционно все это подорвать. Не понял. Не понял. Это кто такой? Это кто у нас такой тут появился, который решил на нашу территорию заехать, да еще и все подорвать? Так, очень странно. Так, топлива мало. Топлива мало, и, судя по всему, ехал он достаточно издалека. Только зачем, интересно? Прием, Шиди. Это Тимофеич. Проследуй этот, под башню. В общем, в нашу секретку. Ты удивишься, наверное. Понял. Сейчас буду. Так, ребят, что-то нашли. Так, ладно, машину, если что, запомнил, где она находится. Сейчас бы, на самом деле, отсюда еще вылезти как-нибудь. Так, у меня получится здесь это сделать или нет? Так, ладно, получится, наверное. Вот здесь вот, если немного постараться, так скажем. Опа, вот таким. Ну-ка, ты что ты делать-то только будешь? Так, ладно, придется вот так вот действовать и назад вот это сюда ставить. Так, чему это я там должен еще сегодня удивиться? Лягуха эта вылезла, машина откуда-то подъехала, взрывчатка С4, блин. И чему я еще должен в вашу дивизию там удивляться-то только? Я не очень понимаю. Так, Тимофеич, если что, там же на вышке находится. Что там все в одном... Да, Тимофеич на месте, все, чтобы все в одном месте просто не толпились. Что я должен там увидеть? Сейчас я это узнаю. Сейчас я вашу дивизию-то это узнаю. Сейчас я это узнаю. Опачки. Так, ребята, а это кто у нас тут такой? Смотри, Шеди. Ха, прикинь. Пытался пробраться, короче. Тимофеич говорит, то что-то это на камерах спалил. Вроде под описанием сходится все. Да не то, что сходится. Это он и есть на самом деле. Так, и... Ты кто у нас такой-то вообще? Кто я такой, неважно. Главное то, что меня заслали здесь все заминировать. И делайте, что хотите. Потому что меня уже все равно поймали. Походу, мой план провалился. Слушай, давай по-хорошему договоримся. Ты нам сейчас говоришь, где конкретно находятся наши друзья, и что ж, как там шаман вообще все это устроил. Мы тогда с тобой расходимся по-хорошему. Мы тебя подержим здесь, конечно, какое-то время, потому что отпускать мы тебя точно не будем. Ты можешь нас еще так там, в кавычках, порадовать, что... Не поздоровится-то уж нам точно. Что думаешь? А я... Не знаю. Не знаю. Ну, выхода у меня... Наверное, нет. Только мне шаман голову оторвет за то, что я с вами тут это... Вообще перетирать что-либо начал. Мне надо было твой ангар вообще подорвать-то и на этом-то покончить. Слушай, короче, я тебе даю последний шанс. Либо ты соглашаешься, идешь на наши условия, либо ты... Ладно... Погоди, жизнь моя еще дорога, да и вам я буду еще полезен. Короче, слушайте внимательно, условия такие, но я просто уверен, что у вас ничего не получится сделать, и вы туда никак проникнуть точно не сможете. Уж слишком там все сложно сейчас устроено, так что, ладно, слушайте внимательно. В общем, если вы подъедете там с восточной стороны...